Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет о телевизоре LG 65 QNET 816RA. В описании к видео мы оставили для вас подборку ссылок на магазины с лучшими ценами. Буду рад, если вы оцените наш труд лайками и поделитесь мнением в комментариях. Для того, чтобы оставаться в курсе выхода новых роликов, включайте колокольчик и подписывайтесь на канал. Диагональ экрана 65 дюймов, разрешение 3840 на 2160. Подсветка Edge LED, матрица VA, глубина цвета 10 бит, частота обновления 120 Гц. Оцените необычные цвета благодаря сочетанию возможностей Quantum Dot и Nano Cell. Почувствуйте цвет, которого не существует в этом мире, с QNET Color Pro, работающим на основе технологии квантовых точек и наноячеек. Технология затемнения LG использует алгоритмы глубокого обучения для создания более четких и естественных изображений при минимизации эффекта ореола. Откройте для себя мир реализма новых вселенных с эффектом полного погружения, став главным героем в пространстве исключительно качества изображения и звука благодаря интеллектуальному процессору Alpha 7 4K Gen 6. HDR 10 Pro использует динамическое отображение тонов, чтобы автоматически покадрово повышать контрастность и четкость вашего контента. Телевизор LG QNET станет прекрасным дополнением даже для самого изысканного интерьера, сочетая минимализм утонченного дизайна и передовых технологий. Размеры телевизора 145,6 см в ширину, 84 см в высоту, толщина 2,97 см. Вес 22,5 кг, цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. Предусмотрено крепление веса 400 на 400. На задней панели расположены стандартные разъемы: 2 USB 2.0, 1 Ethernet RJ45, 2 HDMI 2.0, 2 HDMI 2.1, 1 Optical Audio Out, 2 антенны, 1 CI+, 1.4. Присутствует оптический аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр, достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает скоростной Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5. Операционная система WebOS 23. Обновленный WebOS 23 – это центр любимого контента с популярными онлайн-кинотеатрами и рекомендациями, а также хаб домашних устройств для управления умным домом, который настроен специально для вас. Сделайте ваш телевизор удобным благодаря персонализированным оповещениям, индивидуальным рекомендациям и многому другому. Интеллектуальные функции, такие как All New Home, обеспечивают более быстрый и интуитивно понятный просмотр. Получите рекомендации, разработанные специально для вас. AI-консьерж рекомендует похожие или актуальные ключевые слова на основе вашей уникальной истории поиска с распознаванием голоса, чтобы вы получали больше того, что вам нравится. Разнообразьте свой экран. С помощью Side-by-Side наслаждайтесь широким спектром контента на двух экранах одновременно и получайте доступ к большему количеству интерактивных сервисов с помощью LG Smart Cam. Легко наслаждайтесь контентом с крупнейших потоковых платформ прямо на LG QNET. Прокачайте звучание своего домашнего кинотеатра, дополнив звук телевизора LG саундбаром LG Soundbar, чтобы получить мощный пространственный эффект. В телевизоре предусмотрено два динамика с общей выходной мощностью 10 Вт. Я проанализировал отзывы и расскажу, какие особенности выделяют пользователи. Сначала отрицательные. Небольшие засветы по краям. Теперь о положительных моментах. Отличная картинка. Большой функционал. Система работает замечательно. Отличная цветопередача. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании к видео. Поделиться своими впечатлениями вы можете в комментариях, а чтобы поддержать канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик для уведомлений. До новых встреч!